Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 130 на странице 87 учебника по русскому языку для второго класса автора Климановой. Прочитайте слова с верным ударением. Запишите слова, поставьте в них ударение. Слова «шофер» и «свекла» знак ударения ставить не нужно, потому что в этих словах есть буквы «о». Шофер, щавель, свекла, договор, портфель, столяр, магазин, углубить, занял, заняли, заняла, понял, поняли, поняла, позвонишь, позвонит, позвоним, позвонят. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.